Заключено 8 контрактов на приобретение квартир для переселенцев из аварийного жилья в Звенигороде. Речь идет о доме номер 35 в поселке Санаторий Поречье. Новые квартиры будут расположены в ЖК «Восточный» в Звенигороде. Жилищные условия улучшат в общей сложности 29 человек, уточнил глава округа Андрей Иванов. Переселение жителей поселка Санаторий Поречье должно завершиться в третьем квартале этого года.